Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mitsubishi Pajero 2008 года выпуска, дизель 3.2, полный привод, автомат. На этом автомобиле пробег 138 тысяч. Сегодня мы на нем заменим жидкость в гидроусилителе. Поднимаем автомобиль. Находим, если возможно, на рейке, если нет, сверху через бачок. Сливаем жидкость. Поднял автомобиль, и вот по ходу с левой стороны вот идут два шланга, и здесь как бы петля радиатора, скажем, подобие радиатора для гидроусилителя. Снимаем хомут. И снимаем шланг. Так, ну здесь сейчас масло стекло. Теперь крутим рулем немножко влево-вправо. Да и, наверное, заведем. Не буду я заводить, не хочу я заводить, не буду гонять насос. Крутим рулем влево-вправо, влево-вправо до конца. Все, вот таким образом выгнали масло. Теперь заливаем. Масло, конечно, для гидроусилителя было грязное. Я так полагаю, что по мануалу его не предусмотрена замена. Его, наверное, не меняли. Использовать мы будем Zepra. Вот такая Zepra PSF. Если заказывать его 164 7 3 0 5. Это пол-литровые фасовки, две пол-литровых фасовки взяли и потихонечку заливаем. Шланг внизу одел, хомут одел. Бачок находится возле расширительного бачка. Сейчас зальем полный бачок и заведем автомобиль. Колеса вывешены, поэтому крутить легко будет. Влил.
меньше, чем пол-литра. Завожу. Так, ну сейчас уровень полный, покручу рулем влево-вправо. Ветром от вентилятора масло сдувает. Все. Уровень стоит верхний. Масло чистенькое, жужжания гидроусилителя нету. Таким образом у нас ушло где-то получается 800 грамм. Но двигатель я не заводил, и из гидроусилителя я самого насоса я не вытаскивал. Здесь стоит турботаймер, как он отключается, я не знаю. Заводить не стал, потому что он потом 5 минут молотит, а гидроусилитель можно подпалить без масла. На этом все. Замену масла гидроусилителя мы закончили. Всего вам доброго.